Привет, ребят, с вами Роман 2Б. Это видео по замене воздушного фильтра и салонного фильтра в автомобиле Mitsubishi Lancer 10 или модель X. Это очень важные моменты, потому что всегда в ТО это используется замена фильтров. Это обязательно. Так что меняется здесь очень просто, легко. Ну, короче, если не видели, сейчас увидите. Перед этим самое главное, что нужно открыть капот. Сейчас мы открываем. Открыли капот, поставили палочку, выручалочку. И сейчас приблизительно покажу, где находится ваш воздушный фильтр. Здесь все просто. Отцепляем вот эти два фиксатора. Вот он здесь, сам вот воздушный фильтр. И очень важно, что здесь нет направляющих в этом фильтре. Вот здесь, ну, нету как вставить. Лучше всегда смотреть, как здесь установлено, заранее уже померить, примерить, что так надо устанавливать, и все. Все достаем. Фильтр, в принципе, еще можно, мог бы и походить, но уже все отходил свое. Вот, так что все устанавливаем. Некоторые нечаянно могут установить вот так фильтр. Он так тоже зайдет, но автомобиль не будет дышать. И потом загорится чак. Это уже чревато. Все, вот установлено. Воздушный фильтр салона. Устанавливается очень просто. Он находится под бардачком. Сейчас поближе сделаем. Вот он здесь. Здесь мы спокойненько сейчас. Есть защелки. Мы сейчас их снимаем. Тут ничего сложного нету. Все. Крышечку отцепили. Положили. Вот он фильтр, мы его достаем. Сейчас мы как получше поставлю, чтобы видно было. Вот так вот ручками зацепить его, конечно, тяжеловато, но у нас есть всегда отвертка, которую мы можем чуть-чуть зацепить. Так. Все, и смотрим на него. Да, конечно, видите, не зря его надо менять, потому что все, видите, как все грязно, надо новый устанавливать. Вот у нас новый фильтр воздушный, вот, так что устанавливать линиями вперед. Устанавливаем, пропихиваем даже, вернее скажем, пропихивается очень тяжело. Может быть, другой стороной надо? Что-то как-то странно все заходит, честно сказать. Ну ничего, мы разберемся. Так, все установили. Теперь крышкой. Все, фиксируется все. Фильтр установим. Установлен. Теперь мы бардачок устанавливаем обратно. Аккуратненько. Вот и все готово. Так, ребят, видите, установил воздушный фильтр и фильтр салона. Вот, все, в принципе, несложно, быстро устанавливается. На этой машине это делается легко и просто, без всяких там откручивание, все меняется своими руками. И лайфхак такой: лучше вот делать самому, чем пойти в сервис и заплатить за это 1500. Вот это тупо, за эту работу берут от 1000 рублей, так скажем. Если можно вот просто потратить 5 минут и сделать, тут ничего сложного нет. Так что это важный момент для этого автомобиля. Так что если вы посмотрели, хорошо. С вами был Роман 2Б, пока-пока.